Всем привет, это канал I Like Pet, и в сегодняшнем ролике мы расскажем, как приучить собаку к чистке зубов. Систематический уход за зубами питомца очень важен не только с точки зрения эстетики и устранения запаха из пасти животного, но и ради профилактики различных заболеваний ротовой полости. В первую очередь чистка зубов уменьшает риск образования зубного камня. Чистить зубы необходимо начинать с 7-8 месяцев. К этому времени молочные зубы будут заменены постоянными. До этого времени процедуру можно имитировать, например, протирать зубы питомца марлей, смоченной в теплой воде. Многие щенки поначалу отчаянно сопротивляются, когда им пытаются чистить зубы, поэтому к ним необходим особый подход. Для приятных ассоциаций щенка можно окунуть марлю в бульон. Возьмите щенка и дайте ему обнюхать марлю. Приоткройте пасть и аккуратно протрите питомцу зубы. Проговаривайте слово «зубы», подбадривайте его словами «хорошо» и «молодец». Если щеночек ведет себя спокойно, можете угостить его чем-то, но если щенок ведет себя плохо, то не поощряйте его. По мере взросления щенка можно познакомить его с маленькой зубной щеткой. До полной смены зубов щетку использовать не стоит. Все прикосновения к челюсти должны быть очень нежными и сделаны без малейшего усилия. Сейчас есть большое разнообразие щеток для питомцев. Резиновые, которые надевают на палец, нейлоновые двусторонние с разными диаметрами, а также электрические. Последние могут не очень нравиться собакам, так как издают звук и вибрируют. В первой чистке лучше использовать резиновую щетку. Если десны собаки здоровы и нет проблем с зубами, можно переходить к нейлоновой. Здоровье полости рта собаки очень важно. Собаки не всегда дают легко почистить себе зубы, но терпение может научить питомца чистить зубы с удовольствием. Также стоит иногда делать питомцу профессиональную чистку. О других интересных фактах из мира животных вы можете узнать на нашем сайте. Подписывайтесь, читайте и смотрите нас, мы представлены в соцсетях.